Добрый день. Сегодня у нас магнитный EV-куб от компании GE, буковка M. Здесь и здесь. А подставочка была в подарок, какая-то безымянная, но это, видимо, от магазина. То есть в комплекте самого кубика мы видим бокс, частичку информации, сам Иви, и вон там внутри инструкция. Но извлекать ее не буду, там вряд ли что-то новое написано. Ну, буковка М говорит о том, что все магнитное. Ну, здесь вот на картиночке можно увидеть строение, как расположены магнитики. EV-куб давно уже самостоятельно кто-то модифицировал при помощи магнитов. И вот, наконец-то, выпустили серийно. Так выглядит сам EV. Опять здесь буковка M. Ну и старые, добрые... Хотя, нет, другие логотипчики. Логотипчики поменялись. Да, но мафанговский обрел букву M, а вот этот стал вот таким. Здесь можно разобрать слово Star. Ну, бокс, конечно, пригодится, но для какой-нибудь другой головоломки. Тут все внутренности извлекаются, да, вставится что-то более интересное, чтобы не пылилось. Сам Иви. Такой вот весь у него неокрашенный пластик внутри и цветные пластинки. Сам матовый. Вращается неплохо, но магнит, если честно, практически не чувствуется. Вроде бы выпустили две версии, или обещались. Одна, вот это просто магнитик, а другая маглев. Но маглев я в продаже не видел, купил такую. Честно, разница от простого Иви, вот этого, не особо велика. Как бы он и так за трение тут слегка фиксировался при поворотах. Но здесь просто фиксация чуть больше. Магнитики чувствуются еле-еле. Ну, я Иви на скорости не особо собираю, поэтому, возможно, чего-то и не понимаю. Но как простому пользователю, ну, мне непонятно, что же поменялось. Надеюсь, в комментариях более опытные сборщики, ну, меня поправят, что же здесь стало лучше. А так, точно такой же Иви. Напомню, что есть еще от Mofango подобная головоломка, называется Six Spot. Тут такие фиксаторы, чуть покрепче. Вращается приятней, выглядит немного по-другому. Шарик такой здесь виден. Но вот эти вот острые уголки, конечно, такое своеобразное решение. И есть... Наверное, самое удобное пока для меня решение от компании Sengso. Такой вот EV-куб с выемками. Ну, может, он не самый лучший, но приятнее всего фиксируется. Здесь есть такие шарики, тут такие выемки. И фиксация происходит гораздо приятнее. Ну, или надежнее. Хотя я не скажу, что прям сильно быстрее. Если собирать на скорость, возможно, от Mofango будет и получше. Ну, в общем, если вы долго ждали магнитный EV-куб, то, мне кажется, вы, как и я, будете разочарованы. Возможно, другая версия будет получше, но это как-то не так. Для тех, кто EV-куб собирать не умеет, я в описании постараюсь не забыть оставить ссылочку на подробное обучающее видео, там со всякими... советами даже по ускорению сборки. Ну, гонка простая, но собиралась на соревнованиях в качестве дополнительной дисциплины. Вот такой вот EV-куб магнитный, первый. Ждал я, конечно, не этого. Но прогресс постепенно идет. Очень жду магнитные кубоиды. 3×3×2, 2×2×3, вот такие вот. Надеюсь, они будут поинтереснее, чем этот EV.